В этот день библиотекари всей страны отмечают свой профессиональный праздник. Работники культуры 27 мая всегда стараются сделать для своих гостей торжество и праздник. Как правило, он проходил в формате капустника. В этом году они не стали изменять своим традициям. Сегодня 27 мая. 27 мая – это Всероссийский день библиотек. Наш профессиональный праздник. Обычно в этот день у нас много гостей, шума, юмора, праздника. Но сегодня, хотя в новых условиях, мы все равно постараемся соблюсти наши традиции. Сейчас работа многих учреждений перешла в социальные сети. В этот день на страницах библиотеки в социальных сетях состоялась интернет-акция «Читатели рулят». Гости учреждения культуры привыкли к офлайн-визитам в библиотеку, и многие соскучились по живому общению. В этом году теплые слова и поздравления звучали со страниц социальных сетей. Мы вынуждены ушли сейчас, конечно, в социальные сети, поэтому мы очень рады еще возможности пообщаться и почти вживую через раменское телевидение, а в соцсетях сегодня целый день звучат поздравления от наших читателей. Они выкладываются, я даже не знаю, их очень много. Раньше мы хотели выкладывать раз в час. Сейчас, я думаю, наверное, раз в несколько минут будут выкладываться. Читатели прислали видеоролики со своими поздравлениями, рассказами о своих любимых произведениях. В этот день страницы библиотеки в социальных сетях стали площадкой для творчества и самовыражения. И вы можете услышать, как наши читатели читают стихи, рассказывают о любимых книгах, играют на музыкальных инструментах. Мы, конечно, мы отсмотрели заранее эти ролики, но получили громадное удовольствие и очень рады, что нас не забывают. А вообще, когда мы сейчас находимся на работе, то телефон у нас не умолкает. К нам очень хотят прийти наши читатели, получить настоящую бумажную. Заведующая отделом обслуживания Раменской центральной библиотеки Надежда Боброва сообщила, что получить электронную версию интересующей вас книги можно в электронной библиотеке Литрес. На официальном сайте Раменской центральной библиотеки можно найти подробную инструкцию, которая расскажет, как это сделать. Одной из интересных традиций Раменской центральной библиотеки является мероприятие «Книга-загадка. Книга-сюрприз». Читателям нужно отгадать название книги и ее автора, не видя обложки произведения. В этом году мы постараемся посвятить ее врачам. Среди русских писателей, классиков русской литературы, много писателей, которые по профессии были врачами. Один из них – самый известный, наверное, говорил, что медицина – моя жена, а литература – только любовница. Надеюсь, вы все узнали Антон Павлович Чехова. Сотрудники Центральной Раменской библиотеки подготовили для своих читателей много интересных мероприятий. О них вы можете узнать на официальном сайте учреждения и на страницах в социальных сетях. Антон Карташов и Сергей Дружинин для программы «Городские вести».